Всем привет! Добро пожаловать на обзор Opel Meriva 2007 года выпуска, данный автомобиль. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. И сегодня я нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон CarLine. Такие ключи. Давайте не будем терять времени и начнем. Позицию двери можно зафиксировать вот на этом положении, на таком. То есть два положения. Раз, два и три. Ступенчатая механическая коробка передач. Очень легко поворачивать руль. Давайте включим габаритные огни, противотуманные огни, аварийную сигнализацию. Автоматические стекла. Откроем капот. Двигатель четырехцилиндровый, 1.6. Омыватели фар. Дюймовые диски. Электрорегулируемые зеркала, электростеклоподъемники, блокировка стекол. И вставки здесь и здесь. Полностью с механическими регулировками водительское сиденье, с выраженной боковой поддержкой, с белой парострочкой. Кожаный руль с прострочкой, управление аудиосистемой. Рулевое колесо регулируется только по высоте, по вылету оно не регулируется. Этот автомобиль имеет пробег 70 560 километров. Давайте послушаем звучание двигателя. Цена данного автомобиля 460 тысяч рублей. Небольшой дисплей, который отображает время, температуру, выбранную радиостанцию, подогрев сидений водительского и пассажирского, аудиосистема с MP3, CD,
Климат-контроль. Различные зоны. Обогрев заднего и переднего стекла. Рециркуляция. Прикуривайте. Фитнес. Подстаканники. Очень короткие ходы. Держатель для очков. Аудиосистема звучит отлично. Рослые пассажиры не будут чувствовать себя стесненными в данном автомобиле. Электростеклоподъемники. Задний ряд сидений также можно сложить. Очень легкая посадка и высадка в автомобиль. Довольно просторный багажник. Электростеклоподъемники. Полностью с механическими регулировками пассажирские сиденья. Очень практичный автомобиль. Обзор Opel Meriva 2007 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и до встречи в следующий раз.